Герой следующего сюжета служит на благо Родины столько, сколько в этом году исполняется казахстанской полиции – 30 лет. О начале пути, карьере и времени вне работы начальника изолятора временного содержания узнавали наши корреспонденты. Работа в полиции для Жаната Кенжебаева не дело случая или стечения обстоятельств. Он с детства знал, будет носить погоны. У меня сосед был на тот момент сотрудником полиции, тогда еще государственной автоинспекции работал. И я ему завидовал, то есть просил у него погоны класть в 6-7. И он мне давал. И вот это моя мечта от детства. В 1986 году призвался в армию. В 1989 окончил курсы сварщика и даже успел поработать им. Но мечта о погонах не покидала и привела на службу в полиции. Так ровно 30 лет назад начался путь в качестве рядового. В феврале 1992 года я был принят рядовой внутренней службой в учреждении АП-162-1. Это сейчас следственный изолятор в городе Павлодаре. Но первые впечатления, конечно, были там контингент был какой, и сама структура самой службы, там не как полиция, там было закрытое учреждение. С 2016 года и по настоящее время Жанат Кенжебаев занимает должность начальника изолятора временного содержания. Многое было за 30 лет, вспоминает сотрудник полиции, но никогда не забыть первое раскрытое дело. В 1997 году по улице Катаева был обнаружен труп хозяйки. Когда мы это преступление первое, там мое раскрытое преступление, убийство было, это было как бы, это словами не описать. Это было первое раскрытое мое преступление именно в отделе расследования преступлений против личности. В свободное время герой нашего сюжета любит проводить время с семьей, детьми и внуками. И обязательно находит время для хобби. Помимо работы у меня было хобби, я увлекался музыкой, играю на гитаре и пою. Все эти годы полковник полиции преданно служил и продолжает служить во благо Родины. Сегодня за плечами начальника изолятора временного содержания колоссальный опыт, которым Жанат Тогаевич делится с теми, кто только начал носить погоны. Кристина Каспирович, Досымбек Токай, ЕРТС Акпарат.